Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Моя обычная жизнь». Давайте начинать. Вставай, проснись и пой! Проснись и пой! Да блин, Элизабет! Ням-ням-ням. Ладно, ладно. Как можно разбудить свою надоедливую подружку? Берем полотенце, сменяем его и оп! Ай! Что это? Что это? Где я ослепла? Где я? Что? Что это? Что это? Это моя маска. Кто что? Приветики. Доброе утро. Что ты наделала? А что, я что-то сделала? Сколько времени? Вот во сколько ты меня в выходной день разбудила? Секундочку. 9 часов. 9? Я хочу еще поспать. Проснись и пой. Давай, переодевайся и иди. Но я не хочу никуда идти, особенно еще переодеваться. Давай, тебе придется. Нет, ты мне не указ, подруга называется. Да, я просто забыла сказать, что мы еще опаздываем на репетицию фортепиано. Все, я бегу переодеваться. Все, тогда я бегу. Бегу. Так, и переоделась. Что дальше? Слава богу, давай теперь завтрак. Вот я тебе тут суши сделала, какао, водичку или что хочешь. Я пока вот застелю кровать. Что ты хочешь кушать? Да даже не знаю, пока печеньки. Так, что дальше? Я поела. Нам надо готовиться. Нам надо готовиться к приходу друзей. В смысле приходу друзей? Почему? Еще какой приход друзей? Я что-то не поняла. Как? Сегодня 15-е. И... Господи, сегодня приходят наши друзья. Ну и... Сегодня у меня день рождения. Ой, правда? Поздравляю. Спасибо. Иди переоденься в свое лучшее платье. Хорошо. А ты? А я и так буду. Ладно. И одень туфли. Хорошо. Ну как тебе такой наряд? Это самое мое большое. Красота. Что правда? Как-то слишком большеватые туфли. Да, сойдет. Я же тоже буду не в этом платье. Ну, может, и в этом. Да, а гости когда придут? Дзинь. Уже, может, я переоденусь? Да нет, тебе идет такой стиль. Правда? Да, правда. Все, пойду открывать. Уже иду. Бегу. А вот и я. О, привет, Лагуна. Как вам мой наряд? О, у тебя такой наряд, как моя пижамка, да? Это точно туфли по твоему размеру? Ну, такой вид у меня. Ясно, а вам мое новое платье как? Красивое. Спасибо. Сейчас еще подойдут другие девочки. Ясненько. Ты можешь пока присаживаться, ну, на диванчик. Ой, спасибо, а то я устала. До вашей ветки ехать час. А мне еще надо из дома выйти, до метро дойти. Да. Продолжение следует.